Итак, сегодня будем вот такую вот антенну тестировать. Подключим ее к телевизору Xiaomi и посмотрим, вообще способна она найти какие-нибудь каналы или нет. Вообще я скептически отношусь к этой антенне, да, давайте еще раз мы на нее посмотрим, вот эта HDTV антенна, вот, якобы она просто, подключив ее, мы улучшим качество всех каналов, давайте, я специально как бы включил, давайте полистаем каналы, все, что у нас здесь есть, посмотрим, какие, как хорошо ловятся или плохо. Так, давайте, то есть, ну вот уже видно канал прямый какой-то, вот это у нас М1 такой, ну с рябью, ну СТБ нормально, 2+2, ICTV, вот пятый канал плохо показывает. ICTV, ну так себе. Интер. Ну, это нормально, то есть это черно-белый фильм, просто Интер нормально показывает. Остальные мы посмотрели. Ну и матери моей нужен канал 1+1. Она просила очень, поэтому посмотрим, проверим вообще, появится он или нет. Давайте включим антенну. Подключил антенну, но я ее как бы, да, здесь не закреплял нигде в хорошем положении, поэтому... Сейчас немножко закреплю. Каналы все стали показывать хуже. Но я-то не настраивал ее, поэтому сейчас попробуем настроить и посмотрим, просканировать. Может, ну, качество улучшится. Но что-то он показывает, что-то он находит. Просканировал, то есть разместив антенну в пределах комнаты, на окне я ее повесил. То есть она нашла всего 12 каналов, и качество намного хуже, чем было у меня со старой антенной. Вот, поэтому ну, никаких сверхспособностей у этой антенны нет. Сейчас еще я попробую вынести ее на балкон и просканировать еще на балконе. И посмотрим, улучшится ли результат. Закрепив антенну на балконе, мы нашли 18 каналов. Ну, качество у них довольно-таки такое же, ну, те, которые нашло, даже нет, наверное, хуже, чем была изначально моя старая антенна. Поэтому эта антенна, ну, в наших реалиях, вот хорошо канал один нашло, 2+2. Вот, но в наших реалиях антенна такая же комнатная, просто обычная комнатная антенна, которую можно использовать, допустим, с приставкой Т2, и она, я думаю, будет стабильно ловить, с приставкой Т2 стабильно будет ловить каналы. На всякий случай выбрал цифровые сигналы, и давайте просканируем еще цифровые сигналы. Может, антенна будет ловить цифру, но очень-очень я сомневаюсь на это. Ничего антенна не нашла, поэтому откладываем ее. Вот, вставил старую антенну, сразу даже поиск не надо было, сразу намного лучше стали показывать каналы. Ну, все стабильнее стало, меньше, и этот канал, ну, все лучше стали, на старой, это четче, намного четче на старой, то есть даже перенастраивать не пришлось. Вставил старую антенну, она получается мощнее, чем вот эта вот, поэтому... Не особо эта антенна взлетает. Вот, ну ладно уже, хватит об антенне. Давайте будем смотреть на приставку. Смотрите в следующем видео о нашей приставке видосик.